конференц-зале Дворца культуры «Спартак» состоялся круглый стол на тему «Информационное противодействие экстремизму и терроризму в сети интернет». В работе собрания приняли участие заместитель главы администрации Хайбулла Умаров, пресс-секретарь администрации Нажиулла Абдуллаев, юрисконсуль ОМВД России по городу Хасавюрт Майя Ахмедова, представители общественных организаций, студенческой молодежи и средств массовой информации. Заместитель главы администрации Хайбулла Умаров отметил, что сеть интернет активно развивается, и не вся информация, находящаяся на форумах, сайтах и блогах, является действительно достоверной, подчеркнув, что работа проводится для того, чтобы обучить и подготовить молодежь правильно воспринимать информацию. Хотелось бы, чтобы вы выбрали, так сказать, направление, и те ребята, которые хотят этим заниматься. Здесь, если начинать с АЗО, долго нужно будет рассказывать, и у нас физически нас, так сказать, не хватит, да, чтобы к этому всему сегодня за один наш час круглого стола подготовить. Ну, наверное, в дальнейшем нажила уже как бы из тех желающих, которые есть, создаст ту самую группу, так сказать, и будем в этом направлении работать. Заместитель имама центральной мечети Камильгерей Салгереев рассказал о возможности проведения таких круглых столов с точки зрения религии, с целью защиты подрастающего поколения от ненужной информации, подчеркнув, что причины возникновения терроризма и экстремизма в неведении и незнании своей религии. Ну, во-первых, вы должны знать несколько истин. Первая истина – это что причина экстремизма, терроризма – это неведение нами нашей религии, незнание религии, и поэтому молодежь попадает в эти сети. Вторая истина, что терроризм – это, большей части, наверное, детище информационных технологий. Основная подпитка терроризма – это информационное освещение. Просто приведу такой пример. Советское прошлое были тоже теракты. Если многие из нас не знают, что в советское время очень часто совершались теракты. Был терроризм, был националистический, всевозможно анархический. Кто историю знает, там оно есть. Даже в 70-е, 80-е годы были громкие процессы, но об этом никто не знал. Поэтому этот террор, он практически не получил продолжения. Пытались какие-то движения. Почему? Потому что основная, как бы, подпитка идет от информационных технологий, структур. Поэтому сегодня вот тот же пресловутый ИГИЛ, основным его направлением это пропаганда. Их, значит, блогеры по всему миру проводят такую активную, энергичную работу по героизации этого движения, и молодежь попадает туда. И, конечно, мы должны, значит, тоже со своей стороны вести работу. Мы должны провести, значит, работу по раскрытию истины этого дела. Студентка второго курса Дагестанского государственного университета Юлия Бережная рассказала о своем видении решения данной проблемы. По поводу родительского воспитания. Я как подросток могу сказать, что внушительные меры, допустим, это плохо, это нельзя, вызывает обратную реакцию. Что я буду это делать? Я считаю, что родители должны в первую очередь показать пример своими действиями, а не словами. Пример, оно и рождает последующие действия этого поколения. Если же мы видели, как сражались наши соотечественники, то им у нас рождается тот самый дух. Но если же мы видим, как ведут себя наши сверстники, то и у нас рождается такое же чувство, что это правильно, так должно быть. Также могу сказать о том, что если мы предлагаем какие-либо поощрения тем, кто принимает в этом участие, следовательно, и наши противники в этом случае принимают такие же меры. И я считаю, что это борьба, кто больше
даст, кто чем больше отблагодарит, это приведет просто ни к чему не приведет. То есть здесь уже рождается дух не добровольный дух именно борьбы с этим, а чтобы больше получить от этого. По окончании выступлений студентами были заданы интересующие их вопросы в адрес состава комиссии, на которые были даны исчерпывающие ответы. Курбан Гереханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».